Всем привет, народ! Вы на канале Мега Бабки. Сегодня поговорим о новом смарт-контракте на монете Эфириум. Сразу всех перед видео предупреждаю о рисках в инвестициях. Риски всегда присутствуют. Никогда никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю, куда лично инвестировать, где зарабатываю и где можно заработать. А входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Говорю сегодня о проекте Gent AG. Это индийский смарт-контракт. Как видите, переведен он на много языков, но русского в нем, к сожалению, нету. И советую использовать браузерный перевод. Все будет прекрасно переведено. Есть главное, обменник, заключить это контракт. Вы можете посмотреть, сколько денег на смарт-контракте, да, то есть на самом эфирном кошельке смарт-контракта. И есть часто задаваемые вопросы в панели «Вопросы и ответы». Также мы видим здесь полное описание проекта. Есть видеоролики, то есть можно посмотреть, ознакомиться с видеороликами. Также есть, что такое смарт-контракт, да, то есть тоже описывается полностью. И здесь у нас есть имена, откуда это, почему именно начали зарабатывать именно с Индии, да, то есть и так далее. Присутствует у нас Telegram, Discord, Twitter и Facebook для связи с администрацией, если у вас возникают какие-либо вопросы и вы их не находите в вопросах и ответах. Также мы видим все преимущества проекта. Здесь есть такие красивые заставочки. Да? В принципе, больше здесь ничего нет. Для того, чтобы начать здесь зарабатывать, вам нужно установить расширение MetaMask. После установки расширения MetaMask вам нужно перевести туда свои монеты Ethereum, и вы сможете уже зарабатывать монету Ethereum также. Здесь есть партнерская программа, на которой вы можете заработать. Опять же присутствуют видеоролики, то есть обучающие, как здесь зарабатывать. Есть английский чат в Телеграме. Да? И здесь у нас уже описывается полный баланс. Баланс контракта на данный момент составляет 723 эфира. Это очень хорошая сумма денег. Да? То есть мы можем сейчас хорошо заработать. В принципе, это большой резерв. Всего токенов приобретено такое количество. Да? Цена покупки токена 64 цента, если быть в долларах. И цена в эфирах прописана. И цена продажи токенов в эфире и в долларах. Что с нас нам надо делать? Все просто. Вы покупаете токены за свои монеты эфириум. После чего ждете повышения курса и можете эти токены продавать. Как это делается? Есть у нас панелечка. То есть вот она отображается. Вы нажимаете купить токены. Проплачиваете через MetaMask. Все легко и просто, без каких-либо проблем. Вот как видите, у меня 50 токенов. И я спокойненько себе закупился. И теперь жду, когда монета вырастет. Монета станет, например, 65 центов. Я уже буду в профите. Да? То есть я купил за 64. Если 65, уже я уже буду зарабатывать. Если доллар, то соответственно будет больше. Также мы видим, что есть реферальные дивиденды. То есть вы сразу получаете монеты в эфириуме. То есть рефералка у вас начисляется именно в эфириуме. Также оценивается токенами. Да, то есть это пишется ваша сумма в токенах. То есть если, например, у вас 50 токенов, то это 26 долларов. Если, например, вы продадите, то вы заработаете 26 долларов. Но при этом я как бы потеряю, если сейчас буду продавать, потому что цена токена ниже, покупка ниже, чем я купил. То есть надо чуть-чуть подождать. Здесь есть ваш адрес смарт-контракта. Также опять же пишется баланс контракта. Можно пересылать свои токены. То есть если у вас там знакомый попросил именно эти токены, вы можете ввести свой адрес, отправить ему токены без каких-либо проблем, и он их получит. Да? Продажа токенов, то есть вы можете продавать свои токены, получить эфириум на свой кошелек. Можно реинвестировать, то есть сделать больше токенов. И можно вывод средств. Вывод средств — это вы выводите свои токены на свой эфириум кошелек.
есть полное описание, что из себя представляет, что нужно делать для того, чтобы заработать эти токены. То есть купить, ждать, пока монета вырастет, и продать. Все. В принципе, это все тут описано. Для того, чтобы начать зарабатывать, вам нужен MetaMask и так далее. Это я уже все вам рассказал. На мое мнение, проект реально очень крутой. Будет бомбить интернет. В будущем, думаю, монета будет стоить и доллар. Если, конечно, ее будут продвигать и мы будем зарабатывать на ней еще больше денег. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому понравился смарт-контракт, инвестируем, но не забываем о рисках. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.